Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с кем еще не знакомы, меня зовут Алексей. И сегодня у нас будет распаковочка моего очередного заказа по мартовскому каталогу. Поэтому, если вам интересно, что я заказал, то оставайтесь со мной до конца. И всем приятного просмотра. На самом деле, друзья, заказ это небольшой, я его оформил в срочном порядке. У меня был спецзаказ, давайте покажу вам. Ну и, соответственно, конечно же, основное, то, что я получаю с этим заказом, я тоже получил. Так, очередная листовочка, но эту листовочку вкладывали всем заказы еще в феврале, но так как у меня этот заказ я делаю один раз в месяц, это мой личный заказ координатора, как я всегда говорю, служебный, вот, он у меня немножечко в этот раз пришел позже остальных заказов, потому что обычно я всегда говорю, что я получаю его первым, но в этот раз я его получил позже. Вот. Но тем не менее, вроде бы я его получил. Итак, это у нас акция для всех представителей. В зависимости на каком уровне представитель находится, он может заказать себе вот такой вот замечательный набор. Я же в этом заказе нахожусь на уровне золота. Да, не удивляйтесь, я являюсь и VIP-ом, и золотом. Но тот, кто в теме, тот поймет. Кто в компании работает координатором, тот меня поймет. Вот. Ну, а остальным мне особо-то нужно знать. Друзья, помада, которая наша сейчас новиночка, ее можно заказать, неважно на каком вы уровне, она абсолютно для всех представителей. Если вы заказываете от 3 до 5 штук, скидка 35%. И если заказываете от 6, то скидка 40% на каждую помаду от цены 3000 тенге. Двигаемся дальше. Еще один пробничек. Это пробничек в подарок. В подарок по уровню золота. Я все еще никак не добрался, друзья, в преддвериях 8 марта. Некогда было сделать обзор за тест на этот пробничек. Но я думаю, что это не беда. Уже, наверное, многие получили, попробовали. А я же после 8 марта обязательно с вами поделюсь. И вот, в принципе, первая новиночка, которую я заказал, это гель для душа мужской с перцем, друзья, с перчинкой. Сейчас его прям ради интереса хочу посмотреть. Ой, слушайте, ну правда, это вот, знаете, это такая вот пряность, прям специи. Я не знаю, для любителей, конечно же, мне не особо гель для душа такой запах нравится. Я больше всего люблю свежести, но тем не менее, такой интересный, специфический запах. Перца, вот правда, интересный. Это демо-продукт, это новинка следующего каталога, но его сейчас уже можно приобрести за 1100, ну, в общем, где-то 1200 тенге. Ой, даже посмотрите, он по цвету является такой, как будто перец размололи, замочили, и вот сделали из него вытяжку такую гелевую для душа. Вот, у меня этот срочный был заказ, у меня заказали вот такие вот, терки для ног. Хочу с вами поделиться, тоже показать. Посмотрите, какие они мили-маленькие, хотел сказать. Вот, друзья. Ее очень удобно, кстати, брать с собой в поход, в путешествие. У меня есть такая терка, я от нее получаю огромное удовольствие. Это шикарная вещь. Она практически вечная, если не сломается вот эта вот ручка пластмассовая. То вот этих железок вам точно хватит надолго. Трите, делайте свои ножки мягкими и пушистыми. В общем, вот в этом заказе у меня в основном, конечно же, вот эти терки. У меня их 10 штук. Вот, но хочу сказать, что сейчас эта терочка, она идет со скидкой. Со скидкой в каталоге, поэтому заказывайте. Цена на нее сейчас самая низкая, какая только есть. Дальше что? Дальше у меня заказ, вернее, это я заказал на Marketplace. Это один из моих фаворитов, очень люблю этот аромат, Faraway Rebel. Вот, у меня его давно уже не было в Marketplace, я решил его заказать и выставить его в наборе. То есть у меня еще где-то должны здесь быть маленькие ароматы, сейчас посмотрим. Вот, должен быть у меня в наборе. В общем, заказывайте, скоро у меня появится на Marketplace Faraway Rebel. Вот 4 штучечки. Еще не знаю, вот это
тоже крем для рук новиночка манговый. Ой, шикарно, друзья. Кто уже видел мой обзор, я получил пену для ванны, тоже манговую. Вот у меня теперь такой комплект, набор. В общем, это тоже в журнале «Фокус» вы можете сейчас заказать. Вот такой вот крем уже будет доступен для всех в продаже с апреля месяца. Цена, по-моему, у него 700 тенге, точно не помню. Так, ну и что теперь? Теперь хочу поделиться с вами, похвастаться. Это у меня два набора, я получил их в подарок от компании за достижение прошлого года. Если вкратце объяснить, я являюсь бизнес-партнером компании. Нас поздравляют, подводят итоги квартально, вот, и подводят итоги за год. Я являюсь в своей территории лидером по продажам, по набору. Ну, по-моему, насколько я помню, и по продажам, и по набору это точно. Вот, в общем, являюсь лидером своей территории. И вот по завершению 2022 года меня премировали, друзья, меня премировали. И вот такой вот комплимент вложили за мои достижения. Это набор Today, Tomorrow, Always Moment. Это два наборчика. Один наборчик за достижение в продажах. И один наборчик, соответственно, за достижение в набор новых представителей, друзья. Аплодисменты в студию. Спасибо большое за поздравления. Буду стараться и впредь работать на благо Отечества. Итак, дальше. Дальше еще один. Это вот, кстати, гель для душа и аромат по... Где вот листовочка? Это я заказал по привилегиям уровень золота. Вот, уровень золота, гель для душа и аромат Мальдивис. Всего лишь за 300 тенге, друзья. Это вот я называю разве несчастье? У меня вообще весь такой набор счастливый. Вплоть одни подарки, да? Да, шикарные заказы. В общем, друзья, это вот гель для душа «Морская лагуна». Кстати, возможно, я его себе оставлю. У меня уже подзаканчивается гель для душа. А это у меня заодно халява в подарок. Туалетку, к сожалению, себе оставить не могу. Но я ее могу продать и на эти денежки приобрести себе другую туалетку. Так, дальше что? Ну, конечно, новый каталог, который нам вкладывается автоматически за 129 тенге. Куда же без него? Вот. Ну, почему-то у меня в этом заказе нет каталогов за набор новых представителей. Печально, печально, печально. Каталогов нету. Это что такое? Откуда она? А, это, наверное... Не. Странно. Обычно вот эта вот штучечка вкладывается для впитывания влаги, да? Вот в обуви, в одежде. А здесь для чего, куда оно вложено было, я не знаю. Наверное, это теперь для всех вкладывается. Так. Массаж для головы на заказе. Прикольная вещь. Первый раз смотрю. Ну, вот такая вот, знаете, прикольная. Не знаю, как на голове, вот, к сожалению. Не могу вскрыть, попробовать, протестировать. Но даже вот через салфетку вообще-то никак не ощущается. Вот, не знаю, заказали вообще. Такое удовольствие сейчас в каталоге стоит 2300, по-моему. Так, ну и вот это вот у меня... Это у меня заказано для наборов. То есть это у меня будет в наборе аромат. Вот так вот будет в наборе. Тоже на маркетплейсе. Пожалуйста, заходите, приобретайте. Так, это что? А, это тоже помада. Это наша новая помада, вот которую, кстати, я не смог пока заказать. Эта помада у меня тоже в подарок за мои достижения. Она у меня идет к одному набору какому-то. Вот такой вот оттеночек. Кстати, оттеночек-то хороший положили. Наконец-то я эту помаду вижу вживую. Слушайте, а пахнет-то она какой-то вот кондитеркой, карамелькой, что ли.
Да. Шикардос. Шикардос, друзья. Вот, ну и в завершении это крем для рук авокадо. Честно сказать, надо в счет фактуре посмотреть, я не помню. Может, кто заказал, может быть, он с чем-то пришел, точно не помню. Ну и последнее, это тоже наш новый аромат Ив Беком. Вот, у меня тоже есть затез на моем канале этого аромата. Если вам интересно, вы можете посмотреть. Я его тоже получил в подарок. В подарок это демо-продукт для набора новых представителей. Обязательно сделаю еще видео, расскажу вам о всех преимуществах, которые есть у нас для представителей. Поэтому приглашаю вас всех зарегистрироваться. И, пользуясь случаем, сразу хочу сказать, что у нас в марте месяце новые представители, которые зайдут с заказом на 12 тысяч тенге, получают вот такой аромат в подарок уже с любым заказом в апреле. Регистрируйтесь, прямая ссылочка у меня в описании под этим видео. Заполняйте простую анкету, я с вами свяжусь и зарегистрирую вас. И буду помогать вам все время, пока вы будете в компании. Ну что, в принципе, у меня на этом все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Жду ваших отзывов, жду ваших поздравлений. Пишите в комментарии. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.